Так, после первого запуска были сделаны выводы, и вот перешли по почте самого Лукировича, теперь сам. Сейчас откроем, посмотрим. Не по почте, а транспортная компания же, да? А сколько он обошелся? 6 рублей. Килограмм признатяк. Маленький такой. Смотрю, достаточно. Да, я думаю, что. Интересно. Там будем устанавливать. Пришло, в принципе, все, что надо. Когда будем стоять? Да, посмотрим, если мотор вытянет. Вчера я не. Коробку разберу. Угу. Видно будет. И все гарантия, все как положено, да? Что, получается, это контрафакт, да? Да нет, наверное. А почему серийника? И ОТК нету, и серийника нету. Ну, лишь бы работал. Это не самолет. Ну, автомеханизм, там он еще под ним есть. А что ты знаешь, что рано? А, чтобы эти лапки вытащить. Память свяжусь. Андрюхан, а? Где варили, там что, все нормально? Да. Ничего нигде? Да нет, нормально. И ты? Что, ты просто мазут на руки поснимал, что ли, и все? Заваренный дифференциал. То есть вот как раз его нужно будет заменить, да? Да. Из-за него оно у нас что-то поворачивается. Плохо хочет у нас войти. Приобрели. Самоблокирующийся. Будем устанавливать. Так, многие спрашивали, как переделали коробку переключения. Ну, тут без станка и без сварки аргоном не обойтись, потому что шток был перевернут, это отверстие, куда он должен был выходить, заглушено. В штоку было сделано, сейчас включу механизм,
есть механизм остается без изменений, изменяется только вал привода. Пересверливается в нем отверстие в другом месте. Корпусе. Тоже сверлится отверстие, растачивали мы на растачном станке. Варили втулку, сальники. Все это делалось соосно с уже имеющимися отверстиями под вал привода. И так получилось. И все ходит, все работает. И зеркальные сделали? Получается. Да, сделали зеркальные с передней стороны мотора на заднюю перенесли. Или наоборот, задний. А здесь просто вытащили заглушку на резиновые кольца и забил, да и все. Уплотнение. Все запрессовано, да? Да. Все, в принципе, ничего сложного, но без оборудования. Здесь не получится. Потому что надо сделать все соосно относительно имеющихся посадочных мест. Сделать вот здесь посадочное место под вал. А там, по-моему, используют какой-то фальш-вал, да? Да, сначала изначально делал фальш-сверло, по-моему, где-то здесь лежит. Да, был. Делали отверстие, чтобы это отверстие зацентроваться было к расточнику от чего. По направляющим сверлил, просто дрелью просверлил насквозь эту стенку. И это по... какой-то убитый вал, да? Это нет, это просто ты же начал. Просто железяка круглая, в нее, да, по диаметру проточенная, по диаметру вала, в нее зацентровано сверло. И все. Не помню, что-то чуть-чуть. Да, и через это отверстие имеющееся просверлена эта стенка коробки. Потом расточник растащил большим диаметром, уже центруясь по отверстию. И была вварена втулка под сальники. Там все в масле блестит. Ну, он слит аргон, я то, что говорили. Сальник. Сальник свалился. Дал вообще изначально. Угу. Он, ну, как на обычной машине. При пробуксовке одного из колес на другое вращение вообще никак не придает. Но так как у нас вроде баги и вроде хочется ездить по более пересеченной местности, ну, многие делают, что заваривают, но здесь ширина колеи очень широкая, потому что двухместная баги. И ему трудно, мотору сильно тяжело на асфальте поворачивать. Ну, с этим, я думаю, будет полегче. Тут преднатяг 3 килограмма. Заказали на дроме, нашел в интернете. Пришел через там 6-7 дней в Тольятти. Цена 5,5 рублей. Без стоимости доставки. Доставка транспортная. Порядка 550 рублей. Сделан качественно. Не знаю. Такие годичные гарантии на него, да? Ну, вроде как, да. Гарантии будут.